Уди. Привет. Привет. Привет из Португалии. Вот решил показать такой вот способ. Сейчас делаем такие капители, как уличную декорацию. Опять применяем фестул шлифовальный барабан. Я его называю ежиком из этих резиновых иголок, скажем так. Сделал бумажный шаблон, наклеил контактным клеем на заготовку, шлифовал, добился правильной формы максимально. Получится вот такое вот потом изделие. Это у нас капитель, пилястру, база. Все это будет на деревянной панели и выступать в роли декорации на боковой фрамуге входной группы, такой портал. Нашел оптимальные формы. Через эту ось X нашел X отметки с шагом 10 миллиметров и перенес это все на бумагу, сделал симметрию. Такая перенос рисунка по клеткам, можно сказать. Ну, интересная идея применена для того, чтобы не было конфликта поперечных волокон и продольных. Стык будет обработан силиконом, поэтому везде будут предусмотрены щели по 3 мм. И силикон будет максимально близко по цвету к окончательной отделке. Это нам даст возможность избежать проблем при стыках. Ну и сами накладки декоративные, они максимально расслаблены. Опять же, мы применили метод Дмитрия Довженко, да, то есть максимально мы расслабили материал тем, что устранили часть материала системы домино, пропилы расслабляющие, да, то есть у нас вот так вот таким образом мы ограничиваем движение материала и избежим конфликта направления волокон. Да. У нас база. Соответственно, то же самое было сделано и с этим материалом. Ну, когда будет дверь готово, дам знать. Все, всем привет из Португалии.